Место для курса начальной военной подготовки. А, тесто, что это называется? Тесто слоёное. В Берлине экоактивисты заблокировали несколько дорог, приклеив себя к асфальту. Группа объявила, что с понедельника участники парализуют всю столицу. Активисты жалуются на отсутствие действенных мер по защите климата и требуют от политиков больше усилий для ограничения темпов глобального потепления. Неспокойно сегодня и в Британии. Там экоактивисты блокировали автомобильное движение в центре Лондона, заявив, что пора прекращать добывать нефть и газ. Россия передала Китаю 1,5 грамма лунного грунта. Это своеобразный ответ на образцы, полученные из КНР в прошлом году. Отмечается, что Китаю были направлены образцы, собранные посадочной миссией спутнику Земли 4,5 миллиарда лет. Российские онлайн-кинотеатры планируют развивать сотрудничество с Турцией, Китаем, Индией и другими странами. К этому подталкивают действия западных компаний, которые отзывают лицензии на свой контент. Так очень популярна у россиян продукция из Южной Кореи. О готовности покупать оттуда контент говорят сразу несколько онлайн-площадок. И в завершение о валюте: американский доллар 81 рубль 48 копеек, евро 89.34. На этом пока все. А далее на ретро-фм лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х. И Олег Орлов. Хорошего дня. Можно было, конечно, еще яичком потом помазать, но уже яичко я не стала. Без яичка. Давайте от именинника, блядь. Нет. Что, лишний? В том-то дело не лишний. Что, матера, блядь? Вот так вот она была маленькая, что он такая. Ее делали ему так. По часовой стрелке нам крутили. Оп-оп-оп-оп-оп. Приплюснули, там зажали. Вот так вот прижимаем края, чтобы не текало. Один готов. Вот они лежат. Ну, бля, жарится. Продолжение следует. Вот такой движ. О, он Донов, да? Ну, вот такая вкусняшка получилась. Название Сулугуняшка от Улешки.